Агропромышленный колледж принимал участников первенства по настольному теннису. Только 4 СУЗа выставили свои женские команды. Хозяйки площадки – сборная агропромышленного колледжа, теннисистки ЖД-института, команды от экономического колледжа и медицинского. Технические команды подготовленные. Значит, в учебных заведениях работают спортивные секции. Там, где учащиеся кто-то осваивает, кто-то совершенствует свое мастерство спортивное. Ну, то есть на спортивных секциях, на уроках даются элементы настольного тенниса. В прошлом году победительницами городского первенства по настольному теннису стали студентки Железнодорожного института. В этом году в их составе произошли изменения. Пришли 2 новенькие теннисистки. Настроены девушки решительно. В том году мы стали первыми, и в этом году мы тоже должны выиграть и занять первое место. Девушки соревновались по круговой системе. И затем лучшую команду судьи определяли по большему количеству побед. Каждый поединок проходил в упорной борьбе, так как от исхода встречи зависел результат всей команды. Главное, чтобы не волноваться, чтобы волнение не взяло вверх. А так, в принципе, техника тоже главное важно. Чтобы главное, чтобы соперник был такой запыханный, чтобы он послабее был. Прошлогодние лидеры турнира, студентки Железнодорожного института, в этот раз завоевали только бронзовую награду. Серебро у хозяек девушек из агропромышленного колледжа. И вершину пьедестала заняла команда медицинского колледжа.